Здравствуйте, дорогие подписчики! Приветствую вас на нашем канале. Сегодня у нас на обзоре японский мини-трактор Mitsubishi MT2201D. Трактор четырехцилиндровый, мощностью 25 лошадиных сил, с фронтальной установкой. Давайте обойдем его. Так, оптика работает. Установка. Резина на тракторе, сами видите. Состояние. Трехточечная система навески. Пробег на тракторе 978 моточасов. Значит, вал отбора мощности, пониженная, повышенная передача. Сиденье. Регулировка фрезы. И плавающий режим. Двигатель четырехцилиндровый, как уже сказал. Так, ну давайте под капотное пространство глянем. Двигатель весь сухой, без подтеков. Спаренные тормоза, ручной газ, ножной. Трактор оснащен таким вот козырьком, он же каркас безопасности. Значит, подъем фронтальной установки 2,5 метра, ну, грузоподъемность, как сказал, уже килограмм 350, здесь 400. Все работает. Вот такой вот у нас Mitsubishi. Данную модель, а также другие, вы можете посмотреть на нашем сайте progressauto.com или на филиале город Благовещенск, улица Мухина, 145/1. Всем спасибо за внимание, всего доброго, до свидания.